Эффективное использование госбюджета обсудили студенты, финансисты с заместителем председателя правительства республики и министром финансов. Как ситуация на международном рынке влияет на бюджет и другие вопросы, рассмотрели в формате диалога. Студентов интересовало, почему экономика республики растет, а бюджетные поступления падают. Владимир Солодов объяснил, что сегодня добыча нефтегазовых ресурсов приобретает существенный объем. Факторами, которые негативно влияют на поступление доходов в бюджет, он назвал неустойчивость мирового рынка алмазного сырья, а также курс доллара. Участники также обсудили и особенности финансирования нацпроекта образования. Во-первых, хотелось бы сказать, что этот круглый стол действительно очень интересен, потому что не каждый день представляется такая возможность взаимодействия общества с правительством нашей республики. И я считаю, что очень хорошо, что нашими студентами было инициировано вот такое мероприятие. Очень много полезной информации я для себя услышала, даже что-то зафиксировала, что не знала до этого. Поэтому это очень хорошо.